Несмотря на то, что большую часть местного отделения партии «Единой России» составляют женщины, поздравляли медперсонал центра все-таки мужчины. И первым исполняющий обязанности главы района Олег Хромов. Он пообещал заботиться о центре и его сотрудниках, и не только в празднике уделять внимание. Сегодня мы находимся не просто в таком интересном месте, а все-таки там, где рождается жизнь, там, где появляется самое святое. Для нас это наши дети. И за это вам огромное спасибо, за тот труд, который вы делаете, за ту непростую работу, нелегкую. Слова признательности высказали и другие гости. Депутат районного совета депутатов Эдуард Арадушкин и председатель совета депутатов района Валерий Венцель. Те слова благодарности, которые мы выразили и коллективу, и непосредственно женщинам в целом, они дадут отражение, конечно же, и в нашей совместной работе. Потому что, по большому случаю, женщина – это очень большой соратник в нашей работе, непростой работе. И потому вот такое трепетное внимание, оно, конечно же, должно быть не только в день 8 марта и накануне этих праздников, но и, я считаю, в течение всего года. Администрация не оставляет нас без внимания в любой ситуации, несмотря на то, что мы сейчас перешли под управление области. Вот. Но, тем не менее, в общем-то, наша администрация всегда, в общем, нам уделяет внимание и старается помочь во всех наших начинаниях и наших делах. Вот поэтому это было приятно. Почетные гости центра в первую очередь мужчины, а потому цветы из их рук особенно приятны. Замечательный весенний праздник. Хочется тепла, любви, красоты, радости. Чего хочется? Тепла, внимания, любви. Единороссы преподнесли в подарок центру компьютерную технику и торт с символикой партии, а также поздравили молодую семью с рождением первенца, внеся в семейный праздник торжественности. Напомним, что Видновский перинатальный центр – учреждение, которое в минувшем году в рейтинге популярности вошло в десятку по России и стало третьим в области. И во многом это результат грамотной работы медицинского персонала, две трети которого составляют женщины. Их внимание, душевные качества, профессиональные знания и опыт очень важны в деле подготовки к материнству и родовспоможения. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.